Да, лето все-таки замечательное время. Именно для прогулок, абсолютно, да? Точно, да, для прогулок классное. Тем более в нашем городе таких мест для прогулок просто уйма. Свежий воздух, птички поют, да. Белочки бегают. Замечательно. Да. Но активности маловато. Да сколько можно, Валя? Сколько нужно, Влада? Давай, думай, думай. Ладно, я думаю, что здесь мы какие-нибудь активности сейчас точно найдем. Вперед, на поиски. Поиски. Погнали. О, Валя, скалодром. Не, что-то переживаю я. Что ты за меня переживаешь? Да не за тебя, а за конструкцию. Не, не выдержит. Ты поглянь на нее. Давай, давай, мой хороший. Это страшно. Ну, страшно, я понимаю, координация самое главное. Я тебя держу, страхую, страхую. Ух. А, да, прикинь, голова такой вышины. Я поактивничал. Ладно. Это вообще, конечно, огонь, огонь. Не могу, прям не могу. Валентина, что ты делаешь? Мы на общем плане. Все же видно. Такая себе спортсменка. Ого! Валентина Витальевна, вот это экшен. Ну, как сказать, вот я пробовала на самом деле на таких лазить. Че ты заливаешь? Ну, на третьей трассе не была, но попробовать можно. Пошли. Я не полезу. Валя, я не полезу. Давай, давай. Не, ну трус, что ли? Ну, что сразу трус-то? Ну, не трус. Ну, я боюсь. А я полезу. А ты тут чего делаешь? Ну, это еще та экстремальщица. Вот замечательный ребенок. Спасибо тебе, Таюш. Я тут сверху за вас поболею. Сверху, снизу. Блин, надо было все-таки страховку надеть. Совсем не страшно? Ну, что, здесь все секреты раскрывать? Ты выглядишь прям как мой бригадир. Да ну тебя. Все, вперед, дочь, вперед. Я в тебя верю. Ху-ху-ху. Ой, боже мой, какая же оно. Самое главное, протащить через эти железные штучки. Валька, давай. Ну ты прям уверена? Говорят, еще надо маленечко вперед наклоняться, чтобы тебя не унесло назад. Ну, ребятки, что хочу сказать. Когда земли под ногами нет, жутковато. Но надо смотреть все-таки вот на эти чудные досточки, а не на землю. Тогда намного легче. Да, ну молодцы, конечно. Вот белки, да? Валя, аккуратно, аккуратно. Кстати, будет очень интересно, если начнется дождик, но назад-то дороги нет, поэтому снимаем до конца. А очень интересная вещь, баланс держать непросто. Вот ты понимаешь, сначала же главное дотянуться до первой, Влада. Как ты там? Да капец. Я вижу. Работают все мышцы. Для тех, кто не проходил, это, конечно, подсказка, что здесь надо развернуться. Здесь не самое страшное, конечно. Дерево, как ни крути, оно твердое и стабильно держит тело. Ну вот для меня вот такой этап самый сложный. Все-таки здесь надо держать равновесие. Прям переживаю, как за себя. Легко, да, говорить богатырю, который стоит внизу. В этой России все строится на женщинах. Представляешь, преодоление. Вот железные люди. Я все-таки больше как-то вот на земле. Двигайся. Держись, держись. Валя включила вторую скорость. Опа! О,
страшно начать. Вот. А так, когда перебираешь ногу за ногой, все достаточно комфортно. Вот эта штука, конечно, такая страшноватая. Вот эти качели. Ради программы у нас все готово. Фу, ну до дождичка успели, Слав. Ну это капец, я берегла твою камеру. Ой, Валя, вот ты меня ушатала, конечно. У меня шея аж затекла вообще. Мне этого экшена на сегодня вот так. Тем более дождь начинается. Главное, твоя мышца. Да. Вперед. Поехали. Поехали. До свидульки. Конечно, если у вас есть страх какой-либо высоты, даже, допустим, с той же, если стоять на обычной табуретке, то, ну, конечно, можно попытаться пройти эту полосу для того, чтобы хоть немножечко, но стать более смелее, чтобы понимать, что есть высота намного больше, которая стоит намного, ну, еще больше раз скажу, больше бояться, да, поэтому табуретки. Страх еще есть, и даже немного трясусь от этого. Вот совершенно с тобой согласен. Погодка, конечно, не алло. Ну, это хорошо, что мы с тобой быстро успели все отснять и не промокли сильно, а то, знаешь, простовать-то не хочется. Ну, вообще, у природы нет плохой погоды. Ну, в этом ты прав, конечно. Хотя солнышко очень хочется. Очень хочется, атмосферки хочется, более радужной. Вот представь себе, пляж, молочные коктейльчики. У тебя молоко есть? У меня все есть. Что, у тебя новая идея фикс? Пошли. Обожаю молочные коктейли, потому что это легко и быстро. Ну что там, молоко, мороженое, любимый фруктик или ягодка, и вуаля, вкуснота. Ну ты знаешь, некоторые добавляют еще какой-то сок, да. Но мы сегодня с тобой пойдем еще дальше. Я решил поэкспериментировать, поэтому мы добавим еще и сахарное печенье в глазури. Ну это ты да. Манго в легком сиропе. Ну и сверху это будут взбитые сливки. Все для того, чтобы порадовать собственный организм, чтобы пожирнее, посытнее, да? И потом еще натрем вот так вот шоколадку сверху. Ну, поехали. Все, приступаем. Так, я вскрываю манго. Угу. Чтобы не пачкать лишней посуды, я манго сразу добавляю в блендер. Так. Хорошо. Тропический фрукт, это, конечно, красота. Вот сразу с летом ассоциация. Так. Как ты думаешь, манго как-то не испортит? Не испортит. Красота. Теперь. Как ты думаешь, печенье сначала, чтобы оно взбилось или нет? Или хрустиночку в конце оставить? Хрустиночку оставить. Попробуем. А то я боюсь, что оно не перемешается. Молочко. Но тут, конечно, на глаз, потому что кто-то любит пожидше, а кто-то любит очень густой коктейль. Тогда они больше кладут мороженого. Банан отличный. Вкусный? Можно резать, да. Но вообще, на самом деле... Дети любят банан. Вот это, мне кажется, да. Самое сытненькое. Кстати, банан... порой заменяет полноценный обед. Почему иногда дав ребенку банан, и впоследствии ребенок не ест, все потому, что он очень калорийный и сытный, оказывается. Абсолютно. Потом не заставишь. Абсолютно верно, Валя. Так, мороженое. Угу. Вообще по классике идет обычное ванильное мороженое. Сливочное, да, ванильное или пломбирчик, как любят. Конечно, некоторые любят шоколадное. Но есть мы сегодня люди. Все-таки мягкое сочетание делаем. Ой, тебе бы лишь бы облизнуть. Ну, классно же. Ну, вообще, потрясающе. Печенька. Так, и что у нас дальше? Теперь я предлагаю раскрошить печеньки. Туда печеньки. Попробуй. Угу. Вот, видишь? Вот оно и крошится. Тогда, может быть, попробовать другую печенечку чуть попозже? Давай сейчас посмотрим, как она Но собьется. Мы сейчас сюда штучки три добавим. Угу. Вот так, смотри. Мужская сила. Не то, что я там покромсала, он хап, сжал, и все готово. Во-первых, чтобы мороженое не пропадало, можно отдать это ребенку. Ребенок, держи. Да, все. А теперь закрываем и взбиваем. Ну что, Вячеслав, ты готов к жужжанию этого аппарата? Поехали. Готово. Три минуты. Три минуты и атмосфера пляжа у тебя в доме. Давай, наливай. Украшательство. Наши любимые моменты. Угу. Ну, сливки – это, конечно, любовь, опять же, детей. Да. Ну, красота. Ой, да. Прелесть. Теперь немножко ягодки
Все, что касается ягоды, это, конечно, на любителя, потому что сейчас начинается сезон, жимолость пошла. Угу. Клубничка впереди, малина, отлично, вишня. То есть на выбор нашим дорогим телезрителям абсолютно любые вкусы. Я думаю, нужно продолжать экспериментировать. Да, экспериментируйте, но я сейчас быстренько еще доукрашательствую. Вау. Хотя там где-то еще зонтики были. Были. Ну что, пробуем? Так. Таюша. Держи. Оп. Приятного нам аппетита, да, дорогие наши. А вам отличной погоды. Чтобы это лето было ярким, теплым и запоминающимся. И атмосферным. Угу. Погнали. Класс.